Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Девчонки, сегодня очередная тренировка для вас. Но, парни, вы тоже можете взять эту тренировку на вооружение, потому что она шикарно пробивает дельты. Посмотрите на мои, которые многие сейчас называют синтольными. Ну и в прошлый раз мы показали девчонкам, как прокачивать ягодицы, одну из лучших тренировок. А сегодня будем долбить плечи. Ну что, запасайтесь блокнотами, записывайте все. Не забывайте, если возникают вопросы, пишите обязательно в комментариях. Вы знаете, я на все отвечаю. Отвечаю, потому что стараюсь сделать канал преимущественно интересным для вас, для зрителей. Поэтому для меня очень важна ваша обратная связь. Ну что, погнали? Кто смотрит мои видеоролики уже не первый год, знает, что экстензии спины мы делаем всегда вместе с разминкой. Но так как сегодня дельты, мы можем совместить это упражнение совместно с задней дельтой. Честно говоря, будет прокачиваться абсолютно все, что есть у нас с вами сзади. Очень хорошо работают ягодичные мышцы. Хорошо работают задние дельты. Единственное, научитесь делать упражнения четко, локтями. И тогда вы будете очень хорошо ощущать, как работает задняя дельта. Не сводите лопатки в верхней точке амплитуды, в верхней точке движения. Но задержаться на долю секунды нужно. Юля давно не делала после болезни, поэтому немножечко ссутурилась, немножечко делает неправильно. Правильная манера движения, вы можете четко посмотреть, как это делаю я в моих видеороликах, где все выполняется именно локтем. Не нужно выворачивать кисти, вот Марина все никак не прочувствует движение, ей хочется развернуть локоть и вывести кисть вперед. Но этого делать не нужно. У многих почему-то большая ошибка при выполнении данного движения. Но я практикую то, что проповедую, поэтому делаю все то же самое, что и рекомендую другим девчатам и ребятам. Поэтому, в принципе, все то, что я рекомендую, и работает. Да, здесь гантельки немножечко потяжелее, чем у девчат. Делаем 5 рабочих подходиков по 12-15 повторений. После этого, друзья, переходим к работе в тренажере. Почему в тренажере? Во-первых, потому что новичку очень сложно прочувствовать именно правильность данного движения. Посмотрите, сначала нужно легко, еле заметно подать плечи как бы вперед, вверх. И за счет напряжения дельт, средних дельт, уводить руки в стороны. Обращаю ваше внимание, что плечи должны быть параллельны с телом. Как будто вы зажаты между двух стенок. Не нужно выводить руки, локти вперед, как это часто бывает, когда вы делаете с гантелями. Вот почему мы делаем в данном тренажере. Потому что движение получается более правильным с точки зрения биомеханики, для того, чтобы попадать именно в среднюю дельту без участия передней дельты или еще чего другого. При работе с гантелями, особенно когда мы берем большие веса, большие веса, есть желание схалтурить, читинговать и выполнять движения рывками. В тренажере, конечно же, это можно делать тоже, но не так явно. И это делать сложнее. Правильное положение тела очень важно, друзья, когда вы работаете в тренажерах. Дельты – это маленькие мышцы. Кстати, не бойтесь, девчонки, их перекачать. Во-первых, накачаться, выглядеть как мужчина, мы с вами разобрались, вы не можете, даже если захотите и поставите себе такую жизненную цель, пока вы не начнете принимать мужские гормоны. А я думаю, что все, кто смотрит мои видеоролики, тренируются в натурашку. Поэтому дельты, как и широчайшие, будут создавать V-образную форму. И при хорошо прокачанных бедрах вы будете выглядеть
гораздо лучше за счет того, что ваша талия визуально станет гораздо меньше, даже если вы не будете ее уменьшать. А уменьшить ее можно только с помощью вакуума. Смотрите тоже мои тренировки по этому поводу. Статьи, видеоролики, в книгах я все это озвучиваю. Также делаем 4 подхода по 12-15 раз. И следующее упражнение, вы уже видите его на своих экранах, это упражнение на переднюю дельту. Обратите внимание, что вот в данный момент Юля делала правильно, и Марина вот сейчас делает правильно. Не нужно доводить руки до касания ног. Оставайте их слегка недоведенными для того, чтобы оставлять нагрузку в работающей мышце. Это очень важный момент. Вот когда Марина устала, видите, она уже начинает доводить и делает рывком. Этого делать не нужно. Либо останавливаемся, либо берем вес меньший. Но Марине простительно, она первый раз делает данное движение. Юля раньше делала уже это движение, немножечко тоже подзабыла. Старайтесь, самое главное, работая, особенно над малыми мышцами, четко чувствовать, что вы бьете непосредственно в заданную цель. Для этого нужно исключать рывки и замедлять негативную фазу. Другими словами, вес опускается не за счет силы тяжести, гравитации, а за счет точно такого же усилия, которое вы прилагаете для того, чтобы поднять вес. Также вес мы и опускаем. По сути, для вас не должно быть разницы, нужно вес поднять или опустить. Все это нужно сделать, мальчишки и девчонки, исключительно силой мышц. Вот здесь как раз-таки вам в помощь нужна и полезна будет абсолютно всем пресловутая связь мозг-мышца. Посмотрите сбоку, как выглядит движение. Не доводим до конца и опускаем, не касаясь ног, сантиметров 15-20 в идеале. Если вы будете делать все так, то и дельты ваши будут красивыми, круглыми. Здесь мы делаем 3 подхода по 12-15 повторений. Почему меньше? Да потому что передняя дельта работает очень много, когда мы с вами тренируем грудные мышцы. Девчонки у нас тоже тренируют грудные мышцы, особенно ее вверх. Поэтому получает и передняя дельта постоянно необходимую нагрузку. Ну что, мы сделали 3 упражнения на дельты, на каждый пучок отдельно. И переходим к трицепсу. Разгибание у блока можно считать одним из лучших упражнений. И здесь самое главное, в отличие от других тренеров, я рекомендую держать локти неподвижно, четко опущенными вниз. Но кисти опускать вверх, опускать условно, здесь мы, конечно, поднимаем вес так, как опускается. Чем больше вы поднимете, растягивая трицепсы, тем лучше будет нагрузка и тем качественнее будет отдача непосредственно от самой тренировки. Всегда чувствуйте, когда вы работаете в тренажерах, в блоках, те мышцы, которые вы должны прокачать. Но это не касается, я постоянно об этом говорю, но люди почему-то не слышат, приседаний и становых тяг. Не пытайтесь в этих движениях прочувствовать какие-то мышцы. По крайней мере, пока вы годами не наработаете технику и будете уверены в том, что при любом весе вы либо сделаете упражнение технически грамотно и правильно, либо не сделаете вовсе. Не забывайте, что когда мы делаем какие-то новые движения, то в нашем теле, в голове, в мышцах строятся новые нервы, выращиваются новые нейроны. И по этим нейронным связям мы в дальнейшем будем получать навык и умение. По-другому, друзья, не работает. Поэтому старайтесь сразу же исключать неточности в технике. Не спешите, не гонитесь за весами. И вы, естественно, будете прекрасно прогрессировать, при этом обходясь без травм. Не забывайте, что перед тем, как начать делать упражнения изолированно, по крайней мере для трицепса и бицепса, в тренажерах, с гантелями, даже со штангой, вы должны четко научиться отжиматься от брусьев, что мои девчонки и умеют. И
хоть как-то, но подтягиваться на перекладине. Хотя бы какие-то 3-4 позорных повторения. Жду от вас обратную связь. Друзья, прекрасные новости. Вы уже знаете, что каждый месяц мы проводим конкурс на выявление лучшего комментария. Главный приз – это вступление в мою закрытую группу. Экономите 250 баксов. Но сегодня это еще не все. Теперь каждый, кто будет выигрывать конкурс, будет получать еще супер бонусом 4 банки аминокислот эргамин. Это больше 10 тысяч. Лучшие аминокислоты, которые вы только можете найти и себе позволить. Проверено на себе и отзывы тех, кто уже по моей рекомендации их пробовал. Не упустите свой шанс. Включайте мозги, пишите классные комментарии, вступайте в мою закрытую группу и получайте эргамин. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд.